Я сегодня нахожусь в маленькой деревушке Больбальте. Это приблизительно 70 километров от Валенсии. И вот тут меня немножко удивила вот эта речушка. Посмотрите, что я нашел. Первое то, что меня удивило, так это вот посмотрите, праздно сидящие гуси. Погода сегодня пасмурная, и даже гусям сегодня что-то не купается. Вначале, когда я снял, меня привлекли внимание только гуси. А потом вот я обратил внимание, снимая уток и гусей, оказывается, вот тут в реке плавают вот такие большие карпы. Вот это просто удивительно. Очень большие карпы, и они ничего не боятся. Mira, como acabo de traer una.